Представляю бойца из красного угла. Ему 28 лет. Его личный вес 105 килограмм. Профессиональный рекорд. Один профессиональный бой, одна победа. Он является 4-кратным чемпионом России по ушу саньда, чемпионом России по смешанным боевым искусствам из Дагестана. Клуб «Боец 2007» Россия. Introducing your fighter from Red Corner. He is 28 years, 105 kilos. Professional record, one fight, one win. He is the Russian champion 4 times of Ushu Sanda, champion Russian of MMA from Dagestan, Russia. И его соперник. Юрий Горбенко. Ему 31 год. Его личный вес 100 килограмм. Он провел 20 боев. В 12 одержал победы. 8 поражений. Является чемпионом Украины по рукопашному бою. Чемпионом мира по кик-джитсу. Чемпионом мира по кикбоксингу. Из Украины Юрий Горбенко. And fighter from blue corner. He is 31 years old, 100 kilograms. Professional record, 20 fights, 12 wins, 8 wins, lose. Champion of Ukraine too hot to handle. World champion of kickboxing. World champion of kick-jitsu. From Ukraine, Yuri Garbenko. Last referee instruction, please. Не работаем, за канаты не держим. После команды стоп не работает. Приветствие. Удачи. Первый раунд.
табаковые студии сейчас предоставят свои записки, и главная судейская коллегия определит победителя. Если же судьи с честным мнением будут разойдутся или будут одинаковы в плане того, что может быть ничейный поединок, тогда будет объявлен дополнительный раунд.